Тр-тр-тр, погнали. Одна сих у меня есть, зарежу, может, кто интересуется, там будут. Одна дверная, скорее всего, здесь. Так, кидаю. Опа, отходим. Наверное, он, скорее всего, без оружия будет. Хорошо, одна сиха, может быть, даже окупится. Ждем. Ха-ха, бичок, попался ты, попался. Сейчас я тебя раскулачу. Хопля. Опа, так. Не понял, а где лут у него? Какого хрена? В шкафу тоже ничего. Слышу выстрелы. Нужно быстро резнуться в доме. Быстрее. Резаюсь. Ха, готово. Ну ты идиот, рейдер. Вот все мои ресурсы. Неудачник. Просто неудачник. Вали к себе домой и научись играть. Черт возьми, бичевский дом. Потратил сиху. Фу-фу-фу-фу. Обделался. Итак, ребятки, пришло время нам научиться обманывать рейдеров. Другими словами, когда придут взрывать ваш дом, рейдеры уйдут ни с чем, то есть без лута, вообще без лута. Скажете, да ты гонишь, такого сделать нельзя. Отнюдь, я скажу, мистер Ёж научит вас. Итак, дядьки, садитесь и смотрите. Ставим сначала будку. Ну, обычную, как все строят. 2 на 2 я поставлю вот такую, не буду заморачиваться. Дальше стенами окружаю. Ставлю дверной проем. Сюда стену. Сюда ставлю потолок. Выхожу. Делаю фундамент. Как бы мне залезть сюда. И залазю на крышу. Вот сюда вот прыгаем. Готово. Далее. Давайте здесь поставлю пока временную крышу. Так. И поставлю сюда вот так вот. Дальше возьму большой ящик. Сразу ставлю сюда. И поставлю... спальный мешок. Вот сюда вот. В упор. Готово. Дальше возьму киянку и давайте сразу улучшим. Я до камня улучшаю, как обычно. Так, заходим вовнутрь. Улучшаем стены. Здесь даже можно сломать. Фундамента не будет, ничего не упадет. Пусть думают, что тут какой-то лошара живет. Даже фундамент не поставил. Так, что у нас стена здесь упала, почему? Так, здесь ломаем. Пробую еще раз. О, ладно, давайте. Хотел без фундамента. Черт с ним, пусть фундамент он будет. Так, и, значит, улучшаем до камня. Вот таким способом готово. Дальше, смотрите, делаем железную дверь. И ставлю я ее вот таким вот способом. Вот в эту, чтобы сторону открывалась. Оп. Здесь я даже расставлю печки. Ну, как, из-за помещения... жилой, так сказать. Вы будете в нем играть, сидеть, выживать. Пусть будут печи, все как положено. Так, есть печи у нас. Давайте даже поставлю сюда вот пустой ящик, пусть будет. Готово. Дальше, смотрите, залазим на крышу. Опа, готово. Залез на крышу. Дальше делаю большой ящик и ставлю его на дверь. Да, можно поставить на дверь. Вот так вот. Опа, смотрите. Дальше беру план постройки и закрываю потолок. Так, готово. И улучшаю его до камня. Хоп, готово. Смотрите, теперь фокус-покус, абрикокус. Закрываю дверь. Та-дам, там-дам-дам-дам-дам-дам. Ящик остался висеть в воздухе. Классно, да? Так, готово. Теперь давайте попозже... давайте сначала сделаем, хотел закинуть сейчас ресурсы. В общем, закрываем крышу сейчас. Так, крыша, закрываем. И улучшу я ее до камня. Также давайте поставим даже ящик. Вернее, шкаф. Ящик у нас есть. Типа здесь кто-то живет. Так. Ну, пофиг, куда его поставить. Вот. Пусть здесь стоит. Вот так вот. Готово. Ну и все, наша халабуда готова. Теперь я сюда все ресурсы свои ценные выгружаю. Взрывчатку, серу, железо. Ну все, даже сихи. Вот возьму одну сишку. Так, готово. Хоп. Все, закрывай дверь. Вот наша халабуда. Это сломаю. А теперь для тех, кто в танке и ничего не понял, показываю еще раз. Без крыши уже, чтобы вы сами все увидели. Поставили дверьку так. Залазим дальше на крышу, ставим
Так, делаем ящик и ставим его на дверь. Так, потихонечку. Поставили, окей. Дальше сразу нужно крышу закрыть, иначе ящик у вас попадет. Так. И улучшу. До камня, как было. Снова скидываю сюда ресурсы. Да любые, вот, смотрите, любые показываю. Вообще любые. Готово. Все. Там у нас ресурсы находятся. Вернее, не там, а в ящике. Тут пусто. Теперь давайте возьму сиху. И кидаю вот сюда. Все, теперь смотрите. Стоим здесь и смотрим, что у нас произойдет. Сейчас взорвется сиха. И наш лут ТПшница наверх. Вот она, коробка. Видели, появилась? Все работает. А то сказал, что Ёж обманывает. Ёж никогда не обманывает. Дядька делает и говорит всю правду. Все, пользуйтесь. Такой вот рабочий вариант.